Порядок должен быть всегда и везде. В доме, на улице, в государстве. Главный лозунг партии Ак-Зара. Еще одним немаловажным моментом является консолидация гражданского общества Абхазии. Основной целью же партия ставит достижение устойчивого развития страны на базе законности и стабильности. Для стабильности и роста экономики мы должны обеспечить равные права и государственную поддержку всем проживающим в Республике Абхазия народам и вероисповеданиям. Государство должно оказывать ощутимую поддержку всех религиозных конфессий в вопросе духовно-идеологического воспитания молодежи и подрастающего поколения. Дружба всех народов, проживающих в республике, основной залог стабильности и спокойствия. Немаловажное значение имеет развитие и поддержка абхазского языка как государственного, в то же время не ограничивая языки других национальностей. Государство обязано вести кропотливую работу по духовному воспитанию молодежи, так как он от современной молодежи и подрастающего поколения напрямую зависит будущее страны. Мы предлагаем уделять особое внимание развитию спорта, получению молодежи качественного образования, воспитанию в духе патриотизма, любви к родине и культуре. Еще одной приоритетной задачей партии является борьба с коррупцией. В этом вопросе члены партии поддерживают идею участников движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. За недвусмысленность, за прямоту, за то, что он поставил во главу угла своей предвыборной кампании закон об обязательном декларировании чиновниками собственности, признание незаконного обогащения чиновников уголовным деянием и конкурсный подбор кадров на госслужбу. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Вианор Ашба, который на прошлых выборах баллотировался с Леонидом Дзябшиба, вновь поддержал его кандидатуру. Леонид Юрьевич, я познакомился с ним, он стоял на защите, рядом с нашим главнокомандующим, и находились они в боевых позициях, как и Шира, как и Верхняя Шира, и других югагровских направлениях. Этот человек прошел большой путь, такого честного, порядочного, сильного, можно как командира, я могу сказать, как командира, необходим в данное время нашему государству. Главной повесткой съезда было выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты. Делегаты съезда единогласно проголосовали за Леонида Дзябшиба и Виктора Хашба. Если народ Абхазии наконец-то сделает правильный выбор, то я, еще раз говорю, не жалея ничего, поставим рядом профессионалов, добросовестных людей, независимо, где бы он ни работал, на какой стороне он был, я не знаю. Я всегда открыто шел, прямо шел, ни на какой стороне не был. Руководители, президенты приходят и уходят, а народ остается. Таким образом, Леонид Дзябшиба будет баллотироваться на высший государственный пост в стране в паре с Виктором Хашба. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.